От вас одни неприятности. Не к добру это. Тебе бы работу. Приветствую. Привет. Чем я могу помочь уважаемому господину? Ты кто такой? Мастер на все руки, к вашим услугам. Я могу починить все, что угодно. Могу делать удивительные и нестандартные предметы на заказ. А еще я отличный кузнец и плотник. Беренгар сказал, что ты знаешь легенду о вороне. Хотите послушать легенду о вороне? Я об этом ничего не знаю. Меня больше интересует техника. Эти доспехи были революционным изобретением, возможным только благодаря новым технологиям в металлургии. Очень интересно. Так вот, по поводу доспехов. Я могу попытаться рассказать вам об их качествах. Спасибо, только учти. Я ничего не знаю о металлургии и прочем кузнечном деле. От доспехов ворона осталось три элемента. Плечо, наруч и рукавица. Все остальное. Железная руда высочайшего качества и великолепная технология. Это вам не какие-то жуткие тиберианские плавильни. Гномы на века опередили нас в плане технологий. Под горой Карбон у них есть оборудование, о котором наши ремесленники могут только мечтать. А про доспехи ты мне можешь рассказать? Это восхитительно. Невероятно! Впрочем, как скажете, технологии, о которых я упомянул, позволили создать прочную и гибкую сталь, практически неуничтожимую. Как я уже сказал, осталось только три части доспехов. Если вы хотите воссоздать доспехи целиком, вы должны найти материалы на замену и того, кто может собрать все воедино. Какие-нибудь предложения? Вам стоит поискать в местах захоронений великих рыцарей. Я слышал, графья династии Руйтер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет переплавить. А подходящего мастера придется искать в Изиме. Я за такую работу не возьмусь. А ты и правда мастер на все руки. Чтобы выжить в наше время, надо предлагать широкий спектр услуг. Понимаете ли, господин, у меня есть дорогостоящие хобби. Хобби? Именно! Я, мой брат из Изимы и зять из Новиграда планируем создать летающую машину. Мы уже построили несколько. Ну, потом пришлось оплачивать лечение пилота. Понятно. Да? Клиент! Почему ты так удивлен? Редко кто покупает оружие в темноводье. Так что я так себе продавец. Ну, не как мой папаня. Папаня? Мастерская моего папани напротив стоит. Он ругается, что я вообще не кузнец, и послал меня торговать оружием.
Какой в этом смысл, если никто ничего не покупает? Я не знаю, но лучше не спорить с папаней. Может быть, он просто хотел чем-то тебя занять. Может и так. Папаня очень злится, когда я за ним хожу и задаю вопросы. Говорит, что он бы мой прилавок на другой конец деревни вынес, да хочет за мной приглядывать, чтобы я сидел тихо и продавал кому чего надо. Любопытно. Я устал. Я вижу, тебя привел аромат свежевыпеченного хлеба. Можно и так сказать. Посмотри на мой товар. Все из лучшей муки с примесью секретного ингредиента, который был подарен моей семье благодарной нимфой. Мне кое-что нужно. Чем могу служить? У меня есть 20 оринов, и мне нужно 5 караваев. Ой, благородного господина злостно обманули. Хлеб стоит 5 оренов, а 5 караваев будут стоить 25 оренов. Клянусь честью бабушки.
Герд из Ривии, а ты стал знаменитостью в мире призраков. Альвин, отойди. Вызов духов может быть опасным. Я просто хотел владеть силой, как Трис. Вообще-то я существо добродушное, просто в последнее время мне очень одиноко. Я хотел бы оставить Альвина у себя. Будем играть с ним в кости. Он умный мальчик. Оставь его в покое. В таком случае сыграем на него. Победитель получает мальчишку. У тебя нет никаких шансов. Какая уверенность! Чудесно! Геральт, ты спас меня? Я ужасно испугался. Уже все в порядке, ты в безопасности. Я знаю. Что тебя привело в эти развалины? Отшельник сказал, что они волшебные. Трис говорила, что я когда-нибудь сам научусь колдовать. Мне нравится магия. Счастье никогда не бывает вечным. Я не имел права подвергать опасности Альвина. Саламандры не знают пощады, они ни перед чем не остановятся. Я не создан для роли отца. Я ведьмак. Хотя временами я жалею и тоскую. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Ожерелье для девчонок. Этот амулет магический. Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Амулет, как у тебя. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом?
Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Альвин. Не обращай на них внимания. Ведьмак, а ты не хотел бы жить с обычными людьми? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Простых, беззащитных, обычных. Альвин, надень ожерелье. Тхойна, посмотри мне в глаза и узри свою смерть. Я не обязан с тобой разговаривать. Я не обязан тебя слушать. Ты же даже не человек. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость действия любой ценой? Геральт, открой глаза, пойми! Интересно. Тело тут давно лежит, но какая-то сила не позволила костям рассыпаться. Геральт, мне приснилось, что я ведьмак. Я дрался с этим страшным чудовищем и совсем его не боялся. Это был всего лишь сон, Альвин. Кроме того, только дураки не знают страха. Неправда. Вон Беренгар у нас трус. Я слышал, как в деревне говорили, что он боится убить какую-то огромную рыбу. Так в деревне говорят. А ты нет. Я хочу стать ведьмаком. Думаешь, быть ведьмаком весело? Конечно. Таким, как ты, а не таким, как Беренгар. Ведьмаки такие храбрые, никогда не болеют. Они сильные и ничего не боятся.
Разве ты не хочешь стать рыцарем? Они тоже храбрые, и они носят отличные доспехи. Хм, рыцари тоже ничего. Я знаю, я стану рыцарем-ведьмаком. Да, Геральт, ты супер! Ты со мной поиграешь? Не сейчас. Меня ждет одно очень важное дело. Увидимся с тобой позже. Thank you.
Я уже не хочу. Я уже не хочу.